Здравствуйте, я журналист Игорь Альтер. Позвольте прежде всего поздравить вас с новым 2017 годом и пожелать вам здоровья, удачи. Пусть все у вас в этом году будет намного лучше, чем в прошлом. Ну а сейчас непосредственно к делу, поскольку сегодня у нас среда, то из газетного киоска телекомпании «Аист», как всегда, отправляется пресс-экспресс по маршруту Иркутск, далее везде. Очередное путешествие совершит по маршруту газеты «Областная». С нами ее корреспондент Юрий Багаев. И практически мы начнем, как обычно, с первой полосы. Здравствуй, Юрий. Я хочу тебя поздравить с Новым годом. Весь коллектив вашей газеты, пожелать тебе то же самого, что только что сказал. Ну, как обычно, с первой полосы, вот она же всегда служила платформой. Спасибо, для Игорь, официальной. Приятно получить в начале года поздравления от коллеги. Я еще хочу, чтобы мы с тобой встретились в 30-м году здесь же. Может быть, получится, давай будем к этому стремиться. Слушаю тебя. Наверняка получится, без всякого может быть. Все, я рад, что ты оптимистично настроен на следующие 15 лет. Продолжай. Да, и газета наша получилась, первый номер 17-го года, тоже достаточно оптимистичный, интересный. А первая страница напоминает отчасти газету «Советский спорт», потому что произошло два очень важных события в области за это время. Да. Открылась специализированная спортивная школа по хоккею с мячом для детей. Ой, это классно. На стадионе «Труд». Да, это мальчишки классно. И девчонки будут, и девчонки, заметьте, будут заниматься этим самым видом спорта. А кроме того, в области еще 8 таких школ. Хоккей ты имеешь в виду? Хоккей с мячом. Да, да, именно да, с мячом. Замечательный вид спорта, увлекательный, да. Любимый россиянами, в особенности сибиряками. Я думаю, это все стараниями Владимира, да, Матиенко. Это стараниями Владимира Матиенко и при поддержке губернатора области Сергея Левченко. Кстати, он возглавил первое заседание в этом году Организационного комитета по проведению в городе Иркутске чемпионата мира среди девушек по хоккею с мячом. Когда он будет? Он будет с 22 по 28 февраля, совсем уже скоро. То есть? И вот на этом комитете подвели итоги подготовки. Оказалось, что мы полностью готовы. И самую главную готовность продемонстрировали наши болельщики, которые готовы прийти на каждое, сказать, на каждое соревнование. Понятно. И проявить свой, сказать, природный и вообще традиционный для, понятно, сибиряков интерес к этому виду спорта. Мы-то готовы, болельщики, а девушки готовы, команда? На оргкомитете сказали, что да. Готовы. Ну, слава Богу. Российская сборная состоит, кстати говоря, почти вся из иркутских спортсменов. Из иркутских спортсменов. Да, потому что они... Ну, правильно, как в свое время сборная, скажем, по волейболу, когда была тренером Ольги Ивановой. Да, помнишь? История повторяется. Да, да, да. Ну, хорошо. А значимый материал-то, с твоей точки зрения, какой у нас сегодня? Ну вот, с точки зрения событий, которые произошли, да, за это время, да, конечно, сказать, недели не очень богатые, люди отдыхали, ну, приходили отдых, в себя, отдых, да, вполне, да, понятно. Но, тем не менее, одно событие я бы выделил. С начала года вступил в силу новый закон в Иркутской области. Он называется «Закон о промышленности». Такого закона не было. Так. Это хороший такой документ, который, в частности, предоставляет право Иркутской области создать некий фонд поддержки промышленности, так, в котором все руководители предприятий, имеющие инновационные, современные проекты, смогут, так, получить под 5% годовых займ в размере от 20 до 100 миллионов рублей. Под 5% годовых? Всего лишь навсего под 5%. Но конечно, это, по-моему, очень здорово. Это очень выгодно. Это и выгодно. Тут как бы две цели преследуются. С одной стороны, люди получают деньги для развития производства. С другой, может быть, банковский сектор, где они брали раньше деньги под 10, 12, 15 и 16%, снизит кредитные ставки. И тогда промышленность будет развиваться лучше. Насчет банковского сектора, я думаю, это из области фантастики. Есть другое мнение. Есть что другое. Может быть, они передумают. Может быть, да? Может быть. Но дал бы Бог. Ну, хорошо. Ну, а вот, коли мы начали со спорта, то я вот посмотрел газету, там и цитата сегодня спортивная, давай ее прочитаем. Да, да, и высказывание того же Владимира Матиенко, который сказал следующее. «Почти 1000 детей будут заниматься хоккеем с мячом в новой областной спортивной школе Сибскана. В Байкал-Энергии есть юношеские команды, лучшие игроки из детской школы будут попадать туда». То есть ребята недаром получат все вот эти навыки, это мастерство. Вообще, я тебе хочу сказать, 1000 детей. Да, совершенно верно. Это же будущие чемпионы. Ну, да, даже если не чемпионы, не просто чемпионы. Здоровые люди, которые... Это те, кто не будет в подворотнях заниматься наркотой, да, другими глупостями. Вот, да, это тоже очень важный момент. Социальное значение, да, вот этого огромный факта, конечно, момент. Большой. Вот об этом
Да. Владимир Матиенко и говорит. Ну, хорошо. А вот есть ли сегодня такие материалы вот, по обеспечению устойчивого развития экономики, социальной стабильности при Ангаре? Вот тут Игорь, ты бы на чем? Без таких материалов не обходится. Газета не выходит. Просто не выходит. Газета не выходит. Если мы не вносим вклад в обеспечение устойчивости и стабильности, мы считаем, работаем зря. Вот мы с тобой сейчас начнем вносить конкретно. Продолжаем. Да, мы... Вот наша газета уже длительное время рассказывает о том, как развивается проблема улучшения капитального ремонта на квартирных домах, какие здесь решаются проблемы. И в очередной публикации корреспондент газеты, наш аналитик, поднимает вопрос о том, что при решении вопросов капитального ремонта надо особое внимание уделить безопасности жильцов, которые живут в домах, где есть лифты и так называемая система газоснабжения. Очень много происходит несчастных случаев, связанных с этим, и вот на это нужно обратить особое внимание. Ну а кроме того, вот теперь для того, чтобы повысить качество капитального ремонта, все компании, которые будут заниматься вот этим делом, перед тем, как приступить к работе, пройдут так называемый предварительный отбор. Понятно. Тем самым будет меньше нарушений и повысится качество вот этого. Это очень важная проблема, которую, сказать, вот, которую мы ведем и, надеемся, вызывает интерес у читателей. А вот я тебе хочу сказать, что в масштабах страны поставлен вопрос, насколько правомерно берутся с нас деньги за ремонт квартир. Ну, если в масштабах страны поставлен, наверное, есть для этого основания. Ну, да. Но да, потому что деньги должны тратиться и по назначению, и с высоким качеством. И это, в общем, мы не должны зря платить. Вот это и вот. Главное, ремонт должен производиться ремонт, вовремя, насколько я понимаю. Кстати, завершить программу капитального ремонта предполагается к тому же 30-му году, о котором когда, я говорил, когда мы с тобой снова когда здесь встретимся, мы с тобой встретимся и обсудим эту проблему снова. Как она решена, как да? Как она решена. И вопрос, я думаю, уже закроется. Я думаю, да. Понятно. Хорошо. Теперь давай поговорим о том, тема международного сотрудничества сегодня представлена у нас. Тема международного сотрудничества у нас представлена. Все в той же спортивной теме. Это, опять же, вот проведение вот этого чемпионата по хоккею. Это очень важное событие, которое не только спортивное, но еще и международного характера. Иркутск не впервые принимает подобного рода мероприятия. И, кстати, очень успешно принимает. И каждый раз получает. Потому что очень... вот прессу, какую я помню... Угу. И во время освещения, и по итогам освещения, там красной строкой проходит мысль, что организация вот этих соревнований на очень классном уровне была поставлена. Я думаю, этот год... И есть еще один важный момент. Все спортивные сооружения, которые к этим событиям реставрируются, строятся заново, никуда не уходят, они остаются у нас и способствуют развитию вот этого вида спорта. Это важно. Ну, минута у нас осталась, очень коротко. Так, давай, ну... Конкретно. Жаль, что всего минута. Ничего, уже половина. Лучший материал номера называй. Тут у меня традиционная позиция. Так. Я предоставляю право выбрать лучший материал номера с нашим читателем. Так. И позвонить в редакцию и сообщить об этом. Автор материала будет очень приятно узнать, что думают по поводу этих творчеств. Это тем более важно накануне. Понятно. Дня российской печати, который наш коллектив вместе с остальными журналистами Иркутской области будет отмечать 13 января. Это и по другой причине важно. Ты никого не хочешь обижать. Я тебя понимаю. Особенно накануне праздника. Тем более. Спасибо тебе большое за этот обзор, за этот разговор. Вам большое спасибо, что, как я надеюсь, вы нас слушали. И до следующего обзора, до следующей среды. Всего вам доброго еще раз с Новым годом и наступающим, коллеги, Днем печати России. До свидания.